Терриконы Солигорска. Одним из самых необычных мест Беларуси являются солигорские терриконы. Мерсианские пейзажи Беларуси – это солигорские терриконы. Космические терриконы Солигорска. Соляные горы солигорские – это все в Беларуси. Терриконы – это искусственное образование насыпи, которое образуется в результате выработки какого-либо месторождения. В местах добычи угля внутри этих искусственных холмов могут проходить различные химические процессы, в результате чего насыпи горят или даже взрываются. Терриконы Солигорска, конечно же, не такие опасные, но завораживающие и интересные. В этом необычном месте пейзажи поражают воображение. Горы красновато-бурового оттенка с белыми вкраплениями соли создают фантастическую атмосферу. Солигорска выглядит в рассветных лучах солнца, когда кристаллики соли вспыхивают подобно драгоценным камням. Озерца возле солигорских терриконов не только внешне похожи на океан. Вокруг них витает тот самый морской запах, ведь концентрация соли в воде может посоперничать с Мертвым морем. Возле деревни Хатиново тоже есть карьеры, не уступающие красотой Мальдивам под Гродно. Солигорские терриконы строго охраняются. Солигорские терриконы точно поразят ваше воображение. Беларусь, широко известная потрясающими красотами богатой природы, чистейшими озерами, роскошными лесами, таинственными болотами, живописными лугами. Одним из них являются солигорские терриконы своими инопланетными видами. Миф первый. Попасть в Солигорск терриконом невозможно из-за охраны. Миф второй. В гиломатстойниках плавает вся таблица Менделеева. Миф третий. На самоотвалах есть риск радиоактивного облучения. Миф четвертый. Терриконы токсичны. Миф пятый. Солеотвалы разъедают обувь. Солигорские терриконы вызывают восторг с любого расстояния. Солигорск, терриконы, Белоруссия.